Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Сегодня в 3:00 ночи я, вы не поверите, в трусах, в майке выскочил во двор. Вчера у нас было плюс 12 днем. Вечером было плюс 5-6. Я не думал, что будет заморозки, что снег пойдет. А в 3:00 я проснулся, какая-то у меня тревога. И я посмотрел на градусник, минус 2. И побежал в чем? Ни в чем. Вообще-то я родился в рубашке, ну, в общем, в майке, в трусах выскочил. И давай укутывать розу. Укутал и лег спать. Сейчас вот этих господ я разбужу. Пойдем проверим. Так, господа, пошли проверять. Ну, смотрите. Сейчас я покажу. Видите, навалило снегу. Сейчас переключу камеру. Покажу. Вот. Ну, кто-то спрашивал, как агава стоит. Конечно, 2 вверх. Знаете, так 2 Виктория. Остальные все поникли вниз. Ну, что будет с ней, не знаю. Если что, маленькую посажу и буду ее накрывать. Вот. Что с кипарисом, видите? Мы его увязали, и он выдерживает. Эти выходят, вон. Вот, сыканули и бегом в гараж. Марсик куда-то там пошел. Что-то там. Ты что там? А? Что ищешь? В снегу такой смешной, черный. Что там? Что там? Я вас потревожил, господ. Пошли посмотрим на нашу розочку. Там мне пишут, не было печали, купила баба порося. А это что? А вот сейчас розочку посмотрим, а потом и Магарыч вам будет. Магарыч, вот он лежит, видите? А не слишком ли ты рано? Пошли. И я, вы знаете, вот ее укутал. Посмотрите. Вот там она находится. Что с ней? Не знаю. Загляну просто. Я... У меня тут был крючок такой. Неудобно все одной рукой делать. Иди, подставь мне. Я подниму, а ты подставишь. Вон она, видите, на нее снежок нападал, на розочку. Обтряхну. Ну, она живая. Иди, посмотри. Все, закрываем. Закрываем. Укутываем. Снегом прикрываем. Потеплеет. Я потом ее перекутаю.
Вон у меня плечо все в снегу. Потом надо будет поменять. Этот, знаете что, поменять. Может быть, немножко съемки неудачные. Этот. Ну все замерзло. А снег холодный. Закутал. Морозец давит. Смотрите, какая красота. Вот представляете? Да сейчас иду, сейчас. Уже за мной посыльного послали. Мирка, вон, видите, выглядит. Иди, Марсик. Говори, он нам обещал. Макарыч. Иду, иду. Ну все, земля. Как вот она там спрятана. Роза. Живая. Насколько ее хватит? Конечно, она должна дать вкусно. Это я ее как в этом, знаете, 12 месяцев. Сказки. Марси, ты давай шевели хвостом. Мирка три, а он одну. Все. Ну что, земляне. Вот. Такие у меня на данный момент события. Вот так вот идет кто-нибудь, да? Никогда не подумаешь, что если сейчас вот это все раскутать, то здесь будет зелененькая розочка. А? Зелененькая с красненьким цветочком. Зелененькие листики. Да, чудеса бывают. И мы их сами делаем. Репортаж. Чем мог, тем поделился. Как-то так. Спасибо Вселенной за то, что она нам позволяет чудеса делать в этой жизни.